Этот первый день осенний с детства каждому знаком. Первоклассный первоклассник нарядился как на праздник. Поет, танцует, а теперь еще и иностранные языки изучает. Ученицей школы номер 49 стала Аяна Немаева. Среди учеников школы номер 43 теперь есть и Андрей Баталов. Любимая сестренка Евгения Баязитова тоже стала первоклашкой. Очаровательный первоклассник Андрей поступил в школу номер 9. Его фото прислала Елизавета Алешина. Первым школьным фотоснимком ученицы Кати поделилась Ольга Зилаева. Свои работы прислали Ирина Наделяева и Сергей Григорьев. И, наконец, победителем, по общему мнению профессионалов нашей телекомпании, стал фотопортрет, сделанный читинцем Сергеем Махутовым на первом уроке сына. Ребенок идет в первый класс, это, естественно, важное событие его жизни. Мы не могли это радостное событие не запечатлеть. Важный шаг его жизни. Кем ты мечтаешь стать? Певцом. У меня все любимые песни только одного певца. Какого? Стаса Михайлова. Подарки за участие и победу в конкурсе семья Махутовых получает от семейно-развлекательного центра «Динозаврия». Мы тебя поздравляем с победой в этом конкурсе. А ты теперь самый настоящий первоклассный первоклассник. Учись хорошо, на одни только пятерки, а после учебы обязательно приходи вместе с папой, с мамой к нам в игровой центр. Спасибо. Спасибо всем, кто любит своих первоклассных первоклассников. Желаем маленьким читинцам больших успехов в учебе и новых побед. Ирина Спиридонова, Евгений Погорелый. Время новостей.